Всем привет! И сегодня я показываю тачку подписчика. Я пришел специально на 4-й сервер, чтобы показать тачку подписчика. Это новая рубрика на моем канале. Смотрим тачку подписчика. Не знаю пока, как ее назову, но пишите комментарии, если у вас есть интересный автомобиль или вы хотите показать машину, которой у меня нет, и я сниму про ваш автомобиль или что-то еще. А, и также напишите название к этой рубрике в комментах. Я не знаю, как назвать, что-то идеи нету. Вот так. Я специально пришел на 4-й сервер, чтобы снять тачку про подписчика. У него вроде бы буханка. А тут стоит гидра, как он пишет. Гидра реально стоит. То есть это не сток буханка. По-моему, ГОС у него 190, если не ошибаюсь. Плюс гидра 400 тысяч стоит. Как бы прикольный машин. Плюс номера неплохие, если я не ошибаюсь. Да, 190 тысяч у него ГОС. На ОМР все дела. На 190 ОМР 197. Прикольно. Вот. Короче, покажу, как она ездит. Она реально очень хорошо ездит. Она очень высокая. А колеса дешевые, ну да, колеса тут штампы обычные за 9к. Вот, покажу, как она лазит по всяким разным местам. А тачка реально прикольная, как я еще раз повторюсь, так сказать. Вообще она медленная, но она очень хорошо едет, как он пишет, вообще везде едет. Я решил это проверить. Давайте посмотрим, как на ней ехать. Вообще она реально лазит по всему. И даже немного плавает. Давайте залезем в нее. Она, по-моему, четырехместная. Можно сзади садиться, можно впереди. Давайте залезем. Так, камеру чуть-чуть приблизим. И поехали. Мы в поселке, по-моему, этот поселок, как он называется, я забыл. Блин, а как, забыл, как он называется. Так, лужа, давайте проверим. Я поднял гидру вроде бы. И она плывет и заглохла. Блин, по-моему, капец. По-моему, мы не выйдем. Так, завелась и нет, нифига. Ладно. Короче, ребята, мы не вылезли с той лужи. Пришлось перезаходить. Продолжить съемку уже днем. Давайте поедем. Опять покатаемся в тех же местах, где мы были в прошлый раз. Точнее, до утопления, так сказать. Давайте проедем здесь. Я когда-то давно на чем-то тут ездил. Не помню, на какой машине. Я когда только начинал играть. Кстати говоря, тут вывешиваются колеса, но это у всех тачек, и она не едет. Но вообще, гидра это топ. Особенно для таких машин, как УАЗики, для джипов. Для легковушек тоже удобно, но легковушкам это как бы, их было лучше занизить, чем поднять. Давайте поедем дальше. Ну, вообще легко проглатывает все неровности, то есть машина удобная в плане в том, что вы можете лететь на большой скорости и перелететь ЖД пути как бы легко. Как мне не получается сейчас проехать там на Камри или на каких-то еще машинах, приходится тут не глубоко, ну как, нормально тут по глубине. Но она легко берет это препятствие. Она, наверное, самая высокая машина, которую можно поднять на гидре. Больше тачек нет с более-менее высоким, так сказать. Так, перевернулись и встали на колеса. Удобно. Она прям сама встает на них. Так. Вообще машина классная для, так сказать, для деревни удобно. Давайте съедем сюда.
пробуем не перевернуться, так сказать. И нет, мы не выйдем или выйдем. Ну так, вот нормально. Сейчас заедем. Топ. Все, топовая тачка, конечно. Давайте переедем здесь. Так, все равно под прямым углом не заезжает. Опять мы на двух колесах. Но УАЗик встанет на колеса. Да, топ. Вообще на изи легко. Ну, тут тоже. Главное, чтобы не перевернулся. Дальше он справится с любыми своими препятствиями. Так, едем по колее. Его болтает, как я не знаю кого. Но он держится. Да, УАЗик он неустойчив. Наверное, на большой скорости он совсем. Давайте выйдем на трассу, замерим максимальную скорость. Так, главное тут не навернуться. Так, пробег у него уже 1800. Прилично он на нем намотал. Конечно, вот додж какой-то поехал. Также хочу передать привет Никите Валерову и спасибо ему за предоставление этой буханки для видоса. Сотку она едет. Ну, в принципе, нормально. 100 км. Не сильно много, не сильно мало. Как бы нормально. Главное, чтобы УАЗика мог обогнать, а дальше уже неважно. Ну, ладно, сюда вряд ли кто заедет. Я хотел попробовать, но не получилось делать то, что еще никто не сделал. Ладно, давайте ехать дальше. Давайте вернемся в тот поселок, в котором мы были. Там еще покатаемся немного. Да, она на гидре очень прям высокая. Очень удобный аппарат лазить по другим машинам. Или там ездить на бездорожье, где легковушки не могут проехать. Вообще внедорожники топовые. Потому что на ЖД, когда ты постоянно переворачиваешься, и должна быть довольно мягкая как бы подвеска, чтобы ее не подкидывало. И высокая. Так, давайте туда поедем. Давайте срежем немного. Ну, та подвеска у нее топ. Особенно если жить вот тут, в Горели, по-моему, это называется. Удобно. Вы ездите по любой местности. Так, и по ЕПП, конечно, и по правилам. Ну, ладно. Так как я аккаунт тут только создал, не так критично. Давайте съедем сюда. Давайте возьмем вот этот. Препятствия. Ну, УАЗику это легко. Конечно, УАЗик это мощь. Так, опа. Все. Или нет, или не все. Все, УАЗик встал. Ребят, ну за это можно лайк, подписку на канал. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. И всем пока.